В рамках муниципальной программы социальной защиты населения оказываются меры социальной поддержки для малоимущих категорий граждан, пенсионеров и инвалидов в виде выплаты материальной помощи. Доставляется бесплатно газета «Химкинские новости». И также каждый второй вторник месяца проводится диспансеризация для лиц пожилого возраста. У нас 6 февраля 2020 года проводится мероприятие по вручению юбилейных медалей участникам Великой Отечественной войны. Также мы проводим на дому диспансеризацию для участников. Работает выездная бригада, проводится даже рентген на дому и 5 узких специалистов. Также было принято решение на Совете депутатов, что с апреля месяца именно участникам Великой Отечественной войны будет компенсироваться плата за жилищно-коммунальные услуги до конца года. Клуб «Активное долголетие» уже готов к открытию, но в связи со сложившейся ситуацией в Московской области и объявлением карантина временно открытие откладываем. На какой срок, непонятно. До следующих распоряжений губернатора. Как только можно будет проводить массовые мероприятия, сразу же будет открыт. Наполнение клуба. Все виды спорта. Йога, гимнастика, танцы, пение. Но также у нас будут, что самое важное, сидеть специалисты МФЦ, Мособл-ЕРЦ, ЖКХ, соцзащиты и сотрудник управления социальных коммуникаций для того, чтобы пенсионеры могли в одном месте получить все виды услуг. Они бегали по городу, так им будет значительно легче. Медицинский работник, медицинский кабинет полностью оснащен, но это будет кабинет предосмотра, на котором будет заполняться чек-лист. Вся информация по чек-листу будет направлена участковому терапевту. И когда пенсионер придет уже в свою поликлинику, он не будет тратить время на заполнение информации. Доктор будет уже о нем знать все и просто окажет услугу медицинскую.